Помимо этого, все. Что еще в экологическом плане ведется на производстве? Много. Вот именно здесь, на головном, вы видите, да. Все делаем, и очистка воздуха, и фильтра ставим, все. Это обязательно, это план у нас, и это из года в год проработано. Экология затратит. Да, у нас же все это, выбросы, контроль, у нас жестко очень проводится. У нас в Беларуси очень жестко по всему городу, требования таковы. И как в лесу, и так на производстве. В лесу очистка лесосек, горка все, сдача лесосек. Если, не, если мы не убрали сейчас, там или неправильно сделали, за нами едет инспекция животного растительного мира, экология, сразу же там штраф. Скажите, а поэтому... правильно? Да, правильно я понимаю, что если вы меняете лиственные на хвойные деревья, то меняется сама экосистема в районе? Или, собственно, да, экосистеме все равно? Да, нет, такого не бывает. Если там это... смотришь, какая почва, грунты какие, и там садится тот лес. Если там росла сосна, она будет расти. Если там серо-льшатники росли, низкие места болота где-то, они будут расти. Там посади ель, она усохнет, она не будет там произрастать. Но это мы ничего не поменяем. Перспектива завтрашнего дня. Я уже отвечал. На это. Да, у меня уже этих вопросов. Сколько стоит вот это одно, ну, стеклопакет? Какой стеклопакет? Ну, вот, ну,